не пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Всем привет, люди. Сегодня, значит, пришел телефончик Sony Xperia Z. C6603. Здесь вот мы налазим. GSM, все дела. Сейчас посмотрим, что у нас коробочка приехала. Коробочка, кстати, пришла запечатанная в пленочку. Я уже как-то распаковал. Внутри здесь так не густо. Мануал лежит, USB кабель, ну и зарядка, конечно. Вот сам телефончик. Телефон, конечно, классный. Красивый телефон, конечно. Фокусный. Мне понравился. Здесь есть отверстие под док-станцию. Давайте через док-станцию. Кнопочки. Так, сейчас попробуем его включить. Посмотрите. Внутри. Так, включается. Ну, да, конечно, классный телефон вообще. Шикарно смотрится вот так. Отлично. Конечно, круто. Заставочка стандартная у нас тут. Так, ну, уже тут. Ничего себе. Только загрузился, еще даже не тупит. Отлично вообще. Android 4.2.2, модель C6603. Все. Вот такой вот у нас телефончик. Я еще, значит, там сниму видео и фото с ним, в общем, и посмотрим. И будем посмотреть, как качество. Вот. Ну, а так телефон, в принципе, по 12-бальной шкале 12 баллов, да. Дизайн, конечно, супер. И качество сборки отличное. В общем, ничего не будет никаких намеков даже на какие-то там недоделки и так далее. Все плотненько, все красиво. Телефон работает отлично. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.